Знаешь, сука, что это? Это значит, что я член. Вроде как бы банды. Но у нас есть жетоны. Это значит, тебе конец. Он не врет. Позволь мне спросить. Мы похожи на тех, кто тебя арестует, закует в наручники, потащит в участок? М? Я задал вопрос, ублюдок. Нет, не похоже. Да, именно. Просто пристрелим тебя. Меньше бумажек писай. Филиал Федерального резерва в Лос-Анджелесе. Этот банк никогда не грабили, поэтому это сделаем мы. Это вам не отморозки. Это наши ребята. Когда прижмем их, раскроем все эти дела. Это особая команда. Пойдем к ним в гости. Мы похожи на тех, кто арестовывает. Мы просто стреляем. Ограбление для них как наркотик, и вскоре понадобится доза. В Федеральном резерве ежедневно списывают миллионы долларов. Если получится украсть эти бумажки, пока их не уничтожили, у нас появятся деньги, которые хрен отследишь. Они изучают цель изнутри. Ставки поднялись. Эй! Знаешь, что это означает? Что я член банды, только со значком. Не вы плохие парни, а мы. Пятница, и чтоб без проколов. Скажу одно. Не забудь жилет. Кто-то шевельнется, стреляй, ясно? Внимание, на подозреваемых бронежилеты. Целятся в голову. По моей команде. Пошли! Я не сдамся. Ну и ладно, я все равно не взял наручники.